суда в свободном Татарстане. Спросите нас, откуда вы? Мы родом из Казани, где белокаменный свой кряж над Волгой поднял город наш, где пел Сайдаш, писал Такташ о милом Татарстане. Спросите нас, откуда вы? Мы вольные волжане. Болгария стала первым государством средневековой Европы, которое столкнулось с армадой монголов и долгие годы в одиночку защищало волжские просторы от кочевников. И лишь в четвертой попытке, в 1236 году, монголам удалось подчинить себе Болгарию, которая сначала вошла в состав империи Чингисхана, а затем стала частью Золотой Орды. Ее жители, как и многие другие представители завоеванных монголами народов, в том числе и русских, стали называться китайским словом «тат». Так болгары стали татарами. Татары – тюркский народ, живущий в центральных областях европейской части России. Поволжье, Приуралье, Сибири, Казахстане, Средней Азии и на Дальнем Востоке. Татары являются вторым по численности народом в России после русских. Имеют собственную автономию, республику Татарстан. Столица Татарстана – красавица Казань. В самом центре Казани существует древнее озеро Кабан. Говорят, если в тихую, ясную погоду выход на середину озера, то можно увидеть в его глубине прекрасные дворцы с ханскими сокровищами и услышать в подводном минарете азан, призыв к вечерней молитве. Здесь рассказывают и другие волшебные и удивительные сказки, и каждый из них драгоценный камень. Ведь в сказках таится мудрость татарского народа. Сказка «Заяц-слуга». В одной деревне, а может быть, в городе, там такое, да? Да нет, в деревне. Жил-был Хабиб или Хашим. Хаким, меня зовут Хаким, а мою жену Фатима. А еще в той деревне жили три бездельника богатые. Забот у них не было, только чай. Ай-яй-яй-яй-яй! Хорошо, только тихо.
Хочу! И я хочу! Нет, я хочу! И зайца, и костюм хочу! Забирай мой самовар! Забирай мою лошадь! А, мешок золота бери! Какой же ты каким молодец! Обманул богатых бездельников! Самый известный праздник татар – Сабанкуй. Он проводится в июне после окончания посевной кампании – праздник плуга. На нем люди развлекаются и веселятся, готовят и едят национальные традиционные блюда, играют, поют и, конечно же, танцуют. Душа татар сокрыта в Сабанкуй, где в Нежине они, в Казани или в Москве, от Астрахани до Перми, от Волги до Камчатки. Мы дарим праздник всей нашей стране! Thank you.